А вы в семинарии, да? Да, я в семинарии сижу сейчас. Знаете, В семинарии я сижу. что я хочу сказать? Да, я слушаю. Смотрел я ролик этот. Ну, значит, во-первых, что я хочу предложить? Я сделал его, ну, гораздо качество лучше, улучшил звук. То есть в вашем ролике там. Я ничего не делал, я звуковую дорожку даже не трогал. Ну вот я ее исправил, и там сейчас она гораздо лучше звук, и все слышно. Вот, то есть я могу дать ее поставить. Вот, ну и, в общем, что, я сильно, ну, не понравилось мне, в общем. Вот, а ничего нового она не сказала, в принципе. Ну, понятно, что она ничего нового не скажет, потому что она по материалам, какие были, такие сделала. Все. Другое дело, площадка, с какой произнесено все это было. Вы понимаете, в чем речь? С какой площадки все это произнесено? Ну, площадка, вот именно что с этой площадки, ну, я думаю, надо было что-то. А вот в основном все аргументы, допустим, они, ну, я сделал даже так выписку, так по аргументам, они же абсолютно не, ну, любого можно подогнать под эту. Нет, вы тут не правы. Во-первых, вот смотрите, про Игнатия Лапкина. Следующий, значит, материал. Можно ли вот так просто в открытую хулить каноническую церковь, называть ее скотомогильником, каноническую церковь, в которой благодать Духа Святого обитает? Вот. Хулить в открытую духовные практики православия. В открытую хулить духовные практики православия. Почитание святых мощей, допустим, которые благословляют святые отцы церкви, хулить само святое монашество, хулить духовные практики православия, монашеское аскетическое делание и прочее, прочее, прочее. Это же открыто все идет. И можно ли сказать на все эти хулы словом «аминь»? Вот монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло больше, чем фашисты, коммунисты, язычники, масоны и прочие, вместе взятые, причем во много раз. Да? И на эти фразы сказать еще «аминь». Истинно так. Монашество вообще в церкви воспринималось всегда как таинство. Как таинство. Я, допустим, Таинство сейчас Святого Духа. давайте обсудим вот это относительно ролика этого. Ведь там же не было сказано, ну, было сказано, что хулит монашество, вкратце так сказали, и все. А потому А, что. сказано вкратце было почему? Потому что был очень большой лимит времени, буквально 20 минут. Был И 20 минут. еще вопрос такой, Основное, что-что? почему женщина зачитывает, почему слово не дали мужчине? Потому что ей поручили это сделать. Это от центра Иринея Леонского сделано было все. Было сделано. Это все было сделано профессиональным сектоведом. Она все это через копирку сектоведения все пронесла. Именно по той методике, которой сектоведы занимаются. Вот в чем дело. Ну а почему же слабенькая такая резолюция-то ее вся, ничего там такого и не А сказала? вот что она ничего не успела сделать. Она даже 1/4 часть того, что она планировала, вот, сказать, она не успела сказать. Там основной материал будет находиться на сайте Иринея Леонского. Там основной аналитический материал, текстовка будет, большая очень идти. Вы не думаете, это только начало, это ласточка. Там большая, там был сектовед из Уфы, кстати. Там был сектовед из Москвы, там пару сектоведов из Москвы было. Там Дворкин сам был, там были сектоведы из Калининграда, из Украины были несколько сектоведов. Все-все-все-все-все. Вот. Понимаете? Это все крайне серьезно все. То, что происходит. Потому что вот эта площадка и вот это обсуждение, которое произошло на этой площадке, и тот документ, резолюцию, который они оформят, да, под эгидой этой площадки, это крайне все серьезно. Тем более, вот эта текстовка будет брошена. Ты ответила. А в чем вот слабые места выступления-то, в чем слабенькое это? Слабенькое в том, что она не так эмоционально говорила, она же доводы серьезные приводила. Конечно, там глубины-то особой нету. Я не увидал такой особой там глубины в этом докладе. Вот. Причина основная, почему критикует Лапкин, это то, в каком духовном состоянии он находится. Он транслирует вот это свое бесовское
беса прелести он транслирует говорящим с ним. Очаровывает буквально людей вот этим всем. Он же как делает? Он не просто вот так начинает говорить с того, что вот Московская патриархия – это скотомогильник. Он не просто начинает говорить, что там мощи – это гнилушки. Он не будет говорить, что монашество хуже фашизма. Он же начинает не с этого. Он знаете, с какой фразы начинает всегда? Начинает фраза «я-православный». «Я православный». Мягко так, кротко начинает говорить с человеком, выясняет, какие проблемы у человека есть. Так, хорошо, такие проблемы есть. А знаешь, почему у тебя проблемы такие? Потому что тебя церковь неправильно крестила. Да, потому что тебя там попы, вот эти злостные, лютые волки, не так там учили, а может вообще не учили и так далее и тому подобное. Такое цепляние за болячки церкви начинается. Вот. Там еретичество жуткое. Там жуткое еретичество на самом деле. Особенно через хулу вот на эти духовные практики православия. Он создает беспрецедентный случай. Какой беспрецедентный случай? Беспрецедентный случай создания своего собственного православия без привязки к святоотеческой традиции как таковой. Вот вам яркий пример. Женщина одна, я могу вам ее имя назвать, что делала Галина Кубайкина? На собрании общины начала задавать вопросы о том, что вот это место, где говорится об странниках, которые скитались по горам, по скалам и прочее, явно свидетельство о том, что монашество возможно, и весь мир недостоин их был. Помните, да? И какой ответ дал Лапкин? Да ты что, это не про это про тех людей, которые там Библию держали в руках, и там вот ходили они по этим горам, Слово Божие они держали. Представляете, вот об этом речь. Что они по горам там ходили. Это об них речь. Она говорит, да нет же. И тут он начинает горловые приемы свои применять. Просто затыкать всех ртом начинает. Нет, остановитесь. Слушайте меня. Остановитесь. Остановитесь. Дальше все, молчите. Вот у меня тоже опыт есть, допустим, и общение с людьми, общины, да. По большей части его учения многие люди не воспринимают серьезно. А знаете почему? А знаете почему? Сказать вам почему? Знаете почему? Ну, я понимаю, я знаю почему. Потому что это не учение церкви. Конечно, не учение церкви, это раз. А во-вторых, он влюбляет в себя людей. В себя людей влюбляет. Понимаете, о чем речь, да? Он в себя влюбляет. Люди начинают там слушать эти ролики и прочее, прочее. Потому что в себя влюбил. Там вот такое дело, видите, Сергей? Вот ваш ролик «Мир вам». Вот, допустим, знаете, в чем там ошибка самая главная в этом ролике «Мир вам»? Вот когда вы говорите «Мир вам», да, ему, Игнатию Тихоновичу Лапкину, вы говорите ему в том, что вы мир вам, когда вы говорите, церковь это есть скотомогильник. Мир вам, он говорит, церковь скотомогильник, говорите, мир вам, когда вы говорите эти слова, мир вам, аминь. Понимаете, в чем речь? Именно вот так вот это воспринимается. У него стадия, рак четвертой стадии с метастазами. Это рак четвертой стадии с метастазами. Это не первая стадия, это не вторая стадия. Это уже третья стадия, уже с метастазами. Выползти из этого состояния самостоятельно невозможно. Ну, а смотрите, вот такой вопрос. Вот 50 с лишним лет, да, он находится как бы вот в этом своем учении. И посмотрите, ему же все пути открыты абсолютно. Кто же помогает такие на его вот, всех путях этих? А дьявол, вот дьявол так и делает. Вот вы почитайте Игнатия Брянчанинова, почитайте, о чем говорит Игнатий Брянчанинов. Когда он видит, что человек-то пойман уже, он пойман. Он ему что делает? Он ему помогает вот якобы творить добродетели, там воздержание какое-то там, посты держать может человек. Вот почитайте Игнатия Брянчанинова. Вы читали вообще его? Я могу вам даже вот прочитать фразы. Вот, да. Отличительное свойство падших духов,
Это гордость. Отличительное свойство еретиков – гордость, которое очевиднейшее проявление состоит в презрении суждений всех, не принадлежащих их секте. Это Игнатий Брянчанинов, я сейчас цитирую. Омерзениями, лютая ненависть к ним. Но существенное проявление в гордости в еретиках и раскольниках состоит в том, что они, отвергшие богопознание, богослужение, открытые и преподанные самим Богом, усиливаются заменить их богопознанием и богослужением самовольным, богохульными и богопротивными. Зараженный ересью и расколом дьявол, вот это очень важного, зараженного ересью и расколом дьявол не заботится искушать другими страстями и грехами очевиднейшими. Вот слушайтесь в эту фразу. Зараженного ересью и расколом дьявол не заботится искушать другими страстями и грехами очевидными. Зачем дьяволу искушать того и бороться с тем, кто посредством смертного греха ереси убит вечной смертью и заживо уже составляет достояние дьявола? Смотрите, вот говорят, он же подвижник, у него же там заплатки на штанах, у него же там, вот смотрите, он 7 раз в день молится там и прочее, прочее. И смотрите, что говорит Игнатий Брянчанинов. Дьявол поддерживает еретика и раскольника в воздержании прочих наружных подвигах и видах добродетели, чтобы этим поддерживать его в самодовольстве и заблуждении. А правоверных личину и святости, которую носит в себе еретик, привлечь к ереси и, по крайней мере, привести к оправданию некоторому одобрению ее, также самомнению в правоверии и холодности к нему. Понимаете, о чем речь, да? Я понимаю, конечно. Да, что дьявол сам поддерживает вот это дело еретика. Смотрите. Обладающий сокровищем правоверия подвергается нападениям разбойников. А у кого нет ничего, того разбойники не беспокоят. Имеющий сокровище правоверия жестоко наветуется врагом. Враг усиленно нападает на правоверного, старается представить его перед обществом человеческом в состоянии побеждения. Понимаете, о чем речь, да? Побеждение какое? Ну вот ты грешник, вот смотрите, эти попы такие там сякие, там плохие. Вот, состояние побеждения. С такой же целью, с какой старается представить еретика добродетельным и достойным уважения. Понимаете, враг нападает на правоверного, старается представить его перед обществом человеческим в состоянии побеждения. С такой же неудобно постижимой хитростью действует лукавый дух в пользу ереси и во вред истинного христианства. К несчастью, эта кознь ему весьма удается. Ею он уловляет в погибель 1000 человек. Многие проводили самую строгую подвижническую жизнь и при этом пребывали в ереси или в расколе. А когда же приняли православие, тут же впадали в тяжкие согрешения. Представляете как? А почему? А потому что в первом состоянии враг не ратовал против них и признавал их своими, а во втором восставал самой лютой войною против них, как против тех, которые явно объявили и исповедовали себя его противниками. Еретику неудобно преступно покаяние познания истины, доступнее покаяние и истинное богопознание для прелюбодеев и уголовных преступников, нежели для еретика и раскольника, особенно если он ученый подвижник. Смотрите, покаяние более доступно для уголовника и прелюбодея, чем для еретика и раскольника. А особенно оно недоступно покаянию, если он ученый подвижник. По поводу канонической территории, то есть он сейчас говорит, что нас как бы Господь избрал, и на нас проводится такой некий эксперимент. Вот, а но это неправда. Как бы они находятся в церкви, и в то же время они отделены. Вот, как это можно объяснить? Ну, это очень просто объяснить, они просто самочинное сборище, вот и все. Он поправ все каноны, он ратует за каноны, он каноны все поправ, вот и все. Он говорит, что он по канонам живет, но пускай не врет, что по канонам живет человек. Вот очень замечательное исследование сделал сайт Кызыльской епархии, миссионерский отдел Кызыльской епархии. Молодец, Антон.
Дулевич. Спасибо, Господь. Все отлично сформулировал, проанализировал. Вы вдумывались, что пишет Антон Дулевич? Читали вы? Я читал все. Вот, а теперь вот смотрите. Многих последователей Игнатия Лапкина привлекает именно его строгость относительно исполнения церковных канонов, не говоря о том, что Лапкин напрочь отвергает десятки неудобных для него канонов про причастие, про монашество и другие. Есть каноны про причастие, про монашество и другие. Он отвергает это все. Так и в данной ситуации община села Потеравки попадает под анафему шестого правила Гангерского собора. Что это шестое правило Гангерского собора говорит? Она говорит об самочинном сборище. Если кто-то без епископа собирается, без епископа, без благословления его, собирается и начинает совершать какие-то там свои священные действия, это называется просто самочинное сборище. Понимаете? Но собраны-то они были с епископом, на их это благословение. Сейчас нету никакого благословления епископата у них. Сейчас нет. А как объяснить приезд епископа Сергия? Приезд епископа Сергия никак не объяснить, потому что епископ Сергий потакает этому беззаконию. Вот и все. Он потакает беззаконию, он покрывает беззаконие. Он узаканивает, по сути дела, беззаконие. Понимаете, в чем дело? Они не поминают патриарха, они не поминают своего правящего архиерея и прочее, прочее. Шестое правило Гангерского собора нарушают, 31-е апостольское правило, 15-е правило двукратного собора и подпадают под анафему Карфагенского собора, 10-е правило. Они подпадают под это все. Что еще надо, не понимаю. Это самочинное сборище. Все, вопрос закрыт. С чем он людей обманывает? Людей-то обманывает. В принципе, вы поняли, о чем речь, да? Я понимаю прекрасно. Вот и все. Это все, как говорит Игнат Тихонович, вот и весь сказ. Ну, допустим, о перекрещении, да, это один из основных вопросов, да. Вот если задавать такой вопрос, то надо в первую очередь задать его афонским монахам. Они что же не признают? А нам какая разница? Ну, не признают они. Ну, они правила тоже коверкают, вот все. Ну, православная церковь к афонским монахам относится с большим почтением. Ну вот вопрос там еще вот эта вот женщина, которая зачитывала эту резолюцию, да, она говорит, удивительным образом его многие почитают. Вот. А потому что, я объясняю, почему удивительным образом многие почитают, потому что они ничего не знают. Они что, серьезно занимались изучением всех этих цитат и прочего? Они много чего не знают. Вот, если они его почитают, ну пускай говорят аминь под каждой его фразой, вот, которую я вам перечислил. Допустим, взять, если по Игнатию Причининову, как можно объяснить, вот, допустим, если в такой находится человек прелести, да, как это можно все объединить с сильной верой в Бога? То есть может человек верить в Бога и тут же служить дьяволу? Нет, не может, конечно. Не может. Ну, то потому есть, что у него встречи-то с Богом-то и не было как таковой, я думаю. Ну а вот мы видим вот молитвенное состояние его там вот молится, они. Ну и что это? Состояние прелестное. Состояние прелестное. Вы что думаете, дьявол обмануть не может, что ли? Состояние прелестное. Но это мое мнение, я тут не берусь так категорично говорить. Но мое, по крайней мере, скажем так, предположение, что встречи-то у него и не было как раз. Вот он говорит, что не рожден свыше, не рожден свыше. А духа любви-то и нету. Вы чувствуете, что духа любви нету? Вот крик только один такой. Раздражение, обличение какое-то там. Вот все его моча с блевотиной перемешанной. Может ли человек духовный вот такие фразы говорить? Ну вот я в одном из роликов с этим, с отцом Сергием Бирюковым, да, я говорил, допустим,
но он согласился со мной, что он для него как бы авторитетен Бог Иегова, да? Он не Христа больше как бы почитает, а Бога Иегову. Вот. Ну, а Бог Иегова-то и есть Христос? Там даже на нимбе это написано. Нет, ну, допустим, я беру учение Ветхого, ветхое учение и учение... Ну, это понятно, все, он в Ветхом Завете застрял, это как минимум. Как минимум. У него прелесть, вот понимаете, Сергий, у него прелесть. У него вот эта бесовская прелесть. И он сам этого никогда не увидит. Ну, то есть я что хочу сказать, он не понял еще до конца милости, вот этой Христовой милости, да? Конечно, нет. У него юридизм везде. Это юридизм. У него везде присутствует вот этот юридизм. Вы не заметили этого, что он юридизм везде у него? В таком протестантском духе юридизм. Мне один человек звонил, вот тоже у меня есть ролик с ним, Евгений Потемин, может, смотрели. Вот он, я думаю, он правильно заметил, знаете, как, что у Игнатия Тихоновича вот отношение ко всему, вот как бы он его захватывает любое дело, он находит интересным для себя дело, и как бы отдачу он на 100% выработку, вот, а может и на 300 там. Так и вот и в православии он говорит, он, у него отношение к православию такое же. То есть если он, допустим, православный, то он будет на 100% православный. Это не до 100%, у него даже православия там нет. Вы что говорите-то? Никакой на 100% он не православный. Он даже не начал быть православным. Он монашество отвергает. Он не знает, что такое это духовное делание. Совершенно. Если брать, допустим, вот, ему, понимаете, ему фразу вот говоришь, смирение, смирение, да? Он не знает элементарных вещей. Он не знает, знаете чего? Что начало духовного делания в смирении, послушании, терпении, понимаете, кротости, воздержании. Он этого нигде ничего не говорит. У святых отцов везде это говорится. Понимаете, он чушь всякую вот эту несет свою. Если мы возьмем, допустим, церковь как институт, да, исполнение законов, исполнение канонов, вот, допустим, мы берем обрядовую сторону церкви, он же старается здесь исполнять все. Потому что он законник. Потому что дьявол пытается вот так, скажем, ему сказать, вот смотри, ты все выполняешь. Вот вчера мы Евангелие сейчас проводили и как раз прослушали вот эту его фразу. Все те, кто воюют против меня, все были уничтожены. Помните, вот эта фраза была у него? Ну да. Вы будете раздавлены, будете разметаны, вы сгниете. Вот эта фраза, я помню, у него там прозвучала. Это характерная фраза. Помните, Христос сказал, кто скажет на человека рака, рака, да? Пустой человек. Тот достоин чего? Гиены огненной, Синедриона. Да? Вот смотрите, он как только не поносит. И при этом в ад отправляет людей, которых он поносит. Он сам себя в ад отправляет вот этими фразами. Сам себя в ад отправляет. Вы этого не видите? Ну, я знаете, что еще вижу? Я вот вижу за всем этим, допустим, за маской вот этого другого человека, я часто наблюдаю, совершенно кроткого и доброго человека. Нет, тут, ну как кротость, добрость. Тут другое. Ну, человек страдает, понимаете? Человек страдает, любой человек страдает, любой еретик страдает. Но вы что, не видели, вот видите, когда мир вам, вы что, не обратили внимания, кто с вами говорил в этот момент? Вы не поняли, кто с вами говорил в этот момент? Сергей, вы не поняли этого? Кто с вами в этот момент говорил? Ну, я не знаю, что вы имеете в виду. Вы что, не поняли, кто с вами говорил в этот момент? Знаете, с кем вы говорили в этот момент? С кем? Вы с бесом разговаривали. Смотрите, как он обрадовался сразу же, когда увидал это все. А знаете, почему он обрадовался? Потому что вы до этого сняли обличительнейший ролик против вот этого беса. Вы не с Игнатием Лапкиным говорили в этот момент. Вы с бесом, который держит Лапкина, вы говорили.
Вы этого не видели разве? Не обратили внимания? Я вам серьезно говорю. В этот момент вы не с Лапкиным говорили. Вы с бесом, который его держит, говорили. Понимаете, насколько все серьезно? Вы в прямом смысле говорили с самим бесом в этот момент. Не с Игнатием Тихоновичем Лапкиным. Честно, я вспоминаю, я просто не могу вспомнить. У меня много общения с людьми, я не могу. Вот, ну вот тот ролик вы внимательно просмотрите, как он улыбается, как вот там обрадование произошло, а потом как ожесточение вот это. Это же не он говорил-то, это же бес говорил. Вы понимаете это? Я вы даже мир не помню, сказали, чем, по сути дела, бесу. Встреча была, я не помню, потому что я уже забыл все. Ну я вам ролик могу показать этот. Вы понимаете, что вы с бесом разговаривали в этот момент? Но я не могу говорить, потому что я не помню, я просто. Я вам покажу сейчас этот ролик. Показать вам этот ролик? Да ну я найду все сам, я потом посмотрю. Я вам на полном серьезе говорю, что вы не с Лапкиным говорили тогда. Вы обратите внимание на его поведение и на прочее. Вот этот ролик. Это вот как раз вот этот ролик. Вы понимаете, что вы с не с Лапкиным в этот момент говорили? Я вот ему признаюсь честно, вот я перед ним, допустим, стою как перед человеком, я говорю, я к вам ничего не имею, чисто по-человечески. Я хочу духовно к вам покаяние. И поэтому я вам заявляю об этом. Сергей, как человеку, Сергей, вы кому говорили в этот момент? Вы кому это говорили в этот момент? Игнатий, вы кому говорили? Игнатий Лапкин. А говорил с вами не Игнатий Лапкин? Игнатий Лапкин, слышал? Не Игнатий Лапкин с вами говорил. Не Игнатий Лапкин с вами говорил в этот момент. Ну, ответ давал не Игнатий Лапкин. Это вопрос спор. Вы что, это не поняли? Вы этого не поняли? Это не Игнатий Лапкин вам ответы давал. Вы этого не видите, что ли? Да ладно, Сергей. Батя, это вопрос такой. Это серьезно? Я все прекрасно вижу. Давайте это на другую тему поговорим. Ладно, это, давайте. Это ерунда. Все. Давайте. Вот, допустим, ладно. Вот она говорит. Тут там. Виктор Скуратовский хочет добавиться к звонку, добавить. Виктора Скуратовского. Тогда вот давайте он звонит. Я добавить, нет? У вас интернет плохой, давайте я позвоню. Давайте вы позвоните ему. Я отключаюсь. Он не на связи, у него красный стоит значок. Давайте я добавьте его. Он не добавляется. Ну, понятно. Ну, я, когда Сергей вам говорю, что вы не Лапкиным говорили, я не шучу. Да оставьте эту тему, это не надо. Зачем об этом? Вообще об этом не стоит. А дело в том, что это крайне серьезно все. Вы что? И вообще как об этом, понимаете, это ваши взгляды, у меня совершенно другие взгляды. Мы здесь найдем общий знаменатель. Во-первых, мы это не объясним словами, у нас нету слов для этого. Понимаете, то, что я говорю, я совершенно другое в этом вижу и чувствую. Ну вот я вам и говорю, вы разве не видите, что человек находится в состоянии прелести, вот это свое прелестное состояние? Я хочу брата своего вывести из этой прелести. Вы вот как вы не можете этого понять? Я в духе кротости и смирения хочу ему донести это, как вот нас учит Игнатий Брянчанинов как раз по этому поводу. Ну, вот говорить ему мир вам и говорить ему о том, что вы продолжаете делать то, что вы делаете, да, мир вам, это все по боку, да. Я вам только что объяснял, что это я не ему говорю, это я назвал ролик «Мир вам». Это значит, я желаю, чтобы у него мир в душе был, чтобы он мир испытывал по отношению к людям, понимаете? Ну, тогда по-другому надо называть, Сергей, по-другому надо назвать «Мира вам». Не «Мир вам», а «Мира вам». Это же названием, я не приветствую его, а чтобы у людей... А воспринимается, Сергей, в самом названии все это воспринимается. Я как назвал, так назвал. Это мой ролик. Нет, вы пояснение сделаете. Людей искушает это все. Дело в том, что люди-то все поняли. Почему вы-то этого не поняли? Нет, не поняли. Многие очень люди думают, что вы говорите Игнатию Тихоновичу мир вам. Ничего себе, я буду из-за Игнатия Тихоновича, я буду ролик так называть, что ли? Я назвал, всем людям дал понять, я большими буквами это выделяю, потому что это предназначается для людей, для всех. Мир вам, люди.
а не мир вам, Игнатий Тихонович. Но беседу-то вы имели в виду с Игнатием Тихоновичем? Мир вам, я имею в виду, примиритесь, вы, Игнатий Тихонович, со всеми примиритесь, и все с Игнатием Тихоновичем примиритесь. Ну, лучше вам все-таки пояснение сделать по этому поводу. Это уже проблемы людей, я думаю, кто поймет, тот поймет. Нет, вы что, нет, тут надо пояснение сделать. Потому что ваши ролики-то просматривают. И вот вы сделали обличительный ролик в начале, да? И вдруг внезапно вы, Игнатий Тихонович, говорите, ты продолжаешь все это делать, люди именно вот так, мне это люди говорили, понимаете, да? Мне это люди говорили, что... А дальше Сергий говорит, мир вам, ладно, мир вам. В этом и заключается весь секрет, что я со всеми остаюсь в мире. У меня нет врагов, у меня вот по сегодняшний день у меня нет ни одного врага. А с дьяволом у вас есть мир? Дьявол вам не враг? Да при чем дьявол, я имею в виду... А дьявол, потому что дух прелести, который в Лапкине есть, он от дьявола. Я отвергаю его, этот дух, я обличаю его в том, что он в прелести, понимаете? И в то же время стараюсь оставаться с ними в мире. Как апостол Павел говорит, оставайтесь со всеми в мире. Если есть возможность. А у меня есть такая возможность. Почему же ее не использовать? Я могу сейчас сказать, Лапкин, ты еретик, и все, я с тобой больше говорить не буду. А смысл в чем тогда? Как сказал Господь, еретика после первого-второго разговора что делай? Отвращайся. Но если есть возможность, оставайтесь в мире. Ну, сказано, отвращаться еретика. Еретик, это не значит, что мы его. А дело в том, что вы тогда потакаете. Ну, вот мы находимся в какой среде? Тут сейчас вот если брать, допустим, каждого второго, а то, может, и больше можно за борт закидывать. Вот у меня, допустим, в соцсетях. Но я стараюсь все равно, даже с сектантами, там, с последними, я стараюсь все равно находить какое-то общение, какой-то язык. Но я думаю... Это более Богу приятнее, чем нежели мы будем враждовать друг с другом. Нет, это не вражда. Это вражда в первую очередь не с еретиками, а с тем, что мы не говорят. Ладно, Сергей, я сейчас занят. У меня сейчас будет вечерняя молитва у семинаристов. Мне надо идти. Бог помощь. Ну ладно. Божье благословение. Божье благословение. Давайте. Все. С Богом. Мне надо идти.